Ожидаются сильные дожди с грозами. Над морем могут формироваться смерчи, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. Поэтому глава города потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Все службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район. Я требую, чтобы в Лазаревском районе отработали прям каждую ситуацию очень активно. Каждую ситуацию. Вот, везде. Естественно, что требования ко всем главам районов, главам сельских округов, это донести предупреждение до населения через квартальный, путем звонков, что будьте добры, в ночь возможно это, пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными, вот, но при необходимости, чтобы везде, в каждый населенный пункт кто-то был на связи. Глава Сочи попросил федеральных дорожников установить ночное дежурство сотрудников на трассах. Следить за обстановкой будут и экипажи ДПС. Самим жителям рекомендовано принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах. В случае происшествий надо звонить с мобильных по номеру 112.